Всем привет! Мы с Марком едем мерить свадебное платье, точнее, Марк едет к дедушке, а я еду мерить свадебное платье с Ленкой. Очень надеюсь, что сегодня прям с первого раза найду то самое платье, которое мне нужно. Мужчина стоит рядом, и все, смотришь, что никак отъехать не могу, уже 5 минут стою, снимаю всякие видео. В общем, желайте мне удачи в бою. Я вот уже доехала до Лены. Да. Я, короче, ждала тебя у метро. Ты вся такая красивая. Метро, точнее. Подходит парень, мимо вас очень сложно пройти. Я говорю, я очень рада. Чего ты бесишься? Вова. Я такая, типа, дала реакцию, знаешь, глазами. Он такой, у вас есть парень? Да! И он ушел. Вот эти протягивания ручки, да, мне тоже неприятно. Он очень самонадеянный. Выбрала себе платьишки? Жень, очень сложно, я не знаю. У меня, в общем, 8 вариантов, прикиньте. У меня меньше, у меня там вариантов 6, ну. Ну, 8-6 далеко не ушли друг от друга. Мне кажется, сейчас будет очень сложно. Я вот вообще в идеале хотела бы себе рыбку, но с моей жопой и с моим ростом. Когда длинная девушка, высокая, да, ей да. проще там какое-нибудь да. удлиненное платье. А вот с твоим ростом, кстати, может, тоже надо удлиненное и на каблуки. Ну, я точно не хочу пышное платье. У меня все-таки же третий брак, не, и типа делайте себя принцессу, это вообще уже никогда. Это знаешь, как я не любила, когда нужно идти на 1 сентября в школе с очень пышным бантом. Меня это бесило всегда. А ты с платьем каблуки хочешь? Да, ну небольшое, чтобы не умереть. Небольшое, чтобы не умереть. Сейчас я надену каблуки. Слушай, хороша, Жень. Смотри, какая ты прям. И талия, и попа, и грудь. Прям русалка. Что, выбрала уже, что ли? Нельзя же первое платье брать, да? Ну, надо еще посмотреть. Не, ну, слушай, классно. Все. Что, все, влюбилась в первое платье? Мне кажется, да, ты как будто это... Тебе, нет, ну, 45? Да? Не. Ставишь на это, да? На каблуках это вообще не моя история. Понимаете? Ну что, я мерю другое. Ну, как по мне, то первое получше. Я уже не знаю, это какой-то полегче. Да? Меня там смущает очень длинный шлейф, но его как можно обрезать. Смотри, я уже на каблуках научилась. Можешь переходить? Ой, слушай, я прохожу, смотрю на себя в зеркало. Не, вот это прям кайф вообще. Я, правда, не уступаю, как между этих женщин ходят. Ну, так вот и ходят. Так? Придерживают? Не, Лен, мне кажется, это твое. Да? Угу. Мне тоже нравится. Слушай. Как бы не прослезиться. Такие подушки. Вот это, оно да, оно такое полегче, да? Да. То есть там сзади еще подтянется. Там просто в том платье, а ты прям русалка. Ну, да. А здесь оно такое прям более мягкое, что ли. Такие две подружечки. Пиздец просто. Кто лучше, я тоже словил себя. Женькин третий вариант, смотрите. Ты в любом платье красивая же. Прекрасно. Тебе какое нравится пока больше? Все-таки, наверное, первое, да? Принесут наподобие первого, то чуть полегче. Ага. Потому что мне не нравится длинный шлейф, можно его просто урезать. Мне кажется, то проще, но все равно оно как-то праздничный. Но все равно оно как-то попраздничнее выглядит. Здесь зеркало просквозное. Нет, оно тоже неплохое. Ну да. Италия есть. Это Боха, да? Обычно нет. Да, это стиль Боха. Короче, Лена у нас Боха. Я поняла, не зря же мне все говорят, что я на Ариэль похожа. Да. Вот, так мне нужно этого. Платье рыб, потому что я Ариэль. Не, первое вообще классно. Надо будет потом в конце все, да. еще раз его померить. Настроение диско. Все хочется на дискотеку сразу. Женя? Настроение диско у меня. 16? Вау. Я, ребята, все-таки все. Это твой размер или нет? Нет, это 44, он мне велик. Сейчас посмотрим, мой размер или это ушивать. Ну, я, наверное, все. Слушай, ну на самом деле оно похоже чем-то с первым. А это одна коллекция. А. Нравится? Меньше шлейф, да я же даже не хочу ничего мерить. Все. Выбрала?
сколько стоит, Жень? Не знаю. Ну, типа, мы приехали, чтобы потом начать копить, да? Я так понимаю. Или свадьбу отменять. К чертям собачьим. При этом мне мистер Энн скажет, что до свидания, извините, пашмонский собрал, тихо уехал. Это видео есть в интернете, где чувиха ловит букет невесты. Ее парень тут же просто пробегает через весь зал, убегает, садится в тачку и уезжает. Ну-ка, пройдись. Ты еще на фоне огромного количества свадебных платьев. Мы плейлист включили, я буду там танцевать. Я говорю, а у меня настроение диско. Не, оно, кстати, ну, я не могу сказать, что оно мне нравится, там, для свадьбы, но это, знаешь, такое платье. Казачок, у, эй, у, эй, у, эй, казачок. Ну, оно такое, да? Какое-то веселительное. Блин, ну это на выпускное можно одеть-то, знаешь? Просто оно вот этот вот материал, вот этот, немножечко, мне кажется, массивный. Да, он кажется, тебя как-то да? Это закрыл. Не, вот это самое классное, Лен. Которое первое, второй был. Ну вот я тоже. Хочу снимать Ленту, хочу себе. Супер. А еще мне кажется, что вот эта штука рост у меня догоняет. Да. Да. А ты на каблуках или нет? Нет. Есть, да? Помери свой размер. Я, в общем, померила вот это вот, как называется, хотела селедка сказать, как рыбка. Рыбка. И я поняла, что мне рыбка не очень идет сама как модель, да, Жень? Ну да, какая-то странная рыбка. А ты в своем любимом? А я вот, да, это 42-й мой пересвет. Ну что, лучше 42-й сидит? Да, ну я выбрала платье. Все? А вот и платье, которое точно мне не подходит. Знаете почему? Потому что оно, во-первых, на моей большой спине, вон там вот, не застегивается. А еще вот по моим массивным рукам, видите, тут такой вырез, и ручки выходят, и они у меня жирненькие. Ну, то есть сами по себе они у меня не жирненькие, просто очень массивно получается, еще увеличивает в размерах. Ты ржешь. О, вот здесь свет неплохой, кстати, Женя. Я снимаю платье, мне сейчас еще одно принесут, шутки рыбы. Я, короче, выберу. Я пересплю с ним пару дней и приеду на замерку, примерку. Чуть-чуть. Ну-ка, покрутись. Длину убрать. Давай, я прям под музыку это все замедлю. Красивая Женя. Каблуки отдельно. Каблуки отдельно. Женя очень устала, поэтому решила померить платье. Вот такое. И на самовар меня можно? Да-да-да, на чайник. Блин, как люблю. Ладно, у меня чуть ростика не хватает, но у меня уже ходить даже невозможно. Но вот такой вариант мне прям совсем не нравится. Не брать? Да ладно, слушай, возьми, может, удивишь своего мужчину. Всех удивлю, мне кажется. Я выбрала. Это действительно ваше? Сейчас я запуталась, ребят, подождите. Не знаю, тут видно или нет, но мне прям в нем очень комфортно. В общем, ребята, мы будем вам периодически показывать, что будет происходить по процессу подготовки к Женькиной свадьбе, к моей свадьбе, как это будет вообще, когда мы купим платье, какое платье, и где мы будем отвечать, и, в общем, вообще мы вас любим. Держите кулачки за то, чтобы мне купили это платье. Или, знаешь, такое, типа, все, я тебя больше не люблю, пока. Забери свое предложение обратно. Кольцо верну. Все, ребята, с вами был канал Курага. Следите за новостями, мы вас любим, обнимаем, пока. Пока.